Всем привет, друзья! С вами Даша, и сегодня я буду играть в Помада Золотом. И в этой игре как раз уже вышло обновление. Ну и я покажу, какое здесь вышло обновление. Но для начала поменяем персонажа. То мне этот ковбой Том уже как-то надоел. А, кстати, в обновлении еще добавили... Сейчас я покажу, где нового персонажа. Вот, Джин Анджела. Я, правда, поиграть не могу, так же, как Акула Хэнком. Ну, вы уже видели, как он выглядит, персонаж новый. Ну и еще в обновлении добавили локацию, вот эту, которая была, когда было обновление генерала Тома. Ну, там добавили локацию, как она, где нужно, ну, Том летал на аэроплане. Вот ее тоже назад ее вернули. Оставили еще локацию со скейтом, где можно кататься на скейтборде. Ну и еще можно поплавать. Эта локация подводный мир еще осталась. Так, миссия перепрыгнуть через маленькое заграждение. 15 штук надо перепрыгнуть. Перепрыгнем. Так, персонажа поменяем. Так, какого же выбрать? Выберем, например, пусть будет обычный Том. Ну и для начала еще сейфы пооткрываем. Ну а еще вот в конце уже можно будет потом построить. Сначала я зайду сюда, золото заберу. Так, отсюда золото заберем. Ну и можно уже бежать, выполнять миссию. Погнали! А также вы, ребят, пишите в комментариях, кто ждал Тома за золотом. Я обязательно прочитаю и отвечу. А также, если хочешь получить от меня привет, тебе в комментариях нужно написать имя и фамилию. Тогда тебе в новом видео прозвучит приветик. Так. Через маленькое заграждение надо перепрыгнуть, и когда еще его найти. Так, водичка енот на сейф оставил. О, магнитик. Он как раз и нужен. Чуть не врезалась. О, самолетик. Возьмем самолетик. Нужно на заграждение не перелететь. Так, так держим. Надеюсь, нам эти новые миры, вот эти три боковых мира, они, надеюсь, нам попадутся. И вот, кстати, один. Но это подводный мир, ну, со мной в нем поплаваем. А мне тоже эта локация очень нравится. Вот они сутки. Правда, я тоже вот они немного пропустила, но ничего. Это магнитик здесь. Так, снимем. Нам понадобится. А хотя я в нем даже врежусь. Хотя я его потеряла, но ничего страшного. Вот магнитик. Только где же эти заграждения? Так. Угу, понятно. В эту локацию зайдем, может еще будет вот одну.
Воришка, ну спасибо, конечно, тебе за сейф, но он нам сейчас не нужен. Вырезалась. Ну, спасу. А, надо, наверное, перепрыгнуть через это заграждение. Я... конечно, не так смело, как надо. Ну ладно, перепрыгну через него. О, а вот, кстати, это локация, в которой можно летать. Полетели. Давно ее не было. Но я рада, что ее вернули. Можно теперь полетать снова. А там тоже, ребят, пишите в комментариях, как вам вообще обновление, как вам вот эти вот, я не знаю, вы рады, что вернулась вот эта локация, где можно летать. В общем, пишите. Вообще, как вам Джин Анджела, которую я вам показала. Если понравилось, пишите в комментариях число 2. О, шлем. Я его возьму. Когда золото пропущено, ничего страшного. Так, где же эти заграждения? Они не попадаются нам пока. Ничего, все равно найду. Там двойные скидки. Так, перепрыгиваем. Все, мы золото пропустили, ничего страшного. Ой-ой-ой, чуть не врезалось. Воришка, ну, спасибо тебе за золото. О, моя любимая локация на скейтборде катается. Жалко, что здесь перепрыгнуть нельзя, но ничего страшного. Магнитик, магнитик. Мне все равно нужен. А хотя я сейчас станцию возьму, потому что здесь нельзя посмотреть, как я уже миссию выполнила, ну сколько перепрыгнуть надо всех. Так, одну только перепрыгнули. Ну, осталось еще 14, но, думаю, перепрыгнем эти все препятствия. О, вижу одну. Так, вторую. И третью. Так, здесь 4 перепрыгнули. И снова полетаем.
двойные плитки возьмем. Ладно, два мелочки попустил, лучше возьму золото. Ой, очень самолет не врезали. Так, 7 штук пока перепрыгнули. Осталось еще несколько. Самолетов я брать не буду. Так, в эту локацию заходить не буду. Десять штук уже перепрыгнули. И прям это считалось. Ой, врезалась. Ладно, я спасу Тома. Вот у нас этот подоворот, когда я Тома там так брю. Она так прикольненько смотрится, красиво. Вот, двойные очки. Так, опять я в эту локацию заходить не буду. Это за ограждение перепрыгнем. Но осталось еще где-то две штучки. Я думаю, миссия будет уже выполнена. Если я не ошибаюсь. Комиссия засчиталась, я ничего-то не увидела пока. А, все, засчиталась. Или вот, а, нет, это другое засчиталось. Так, понятно. Ну, еще несколько штучек. Думала золото взять, но решила взять шлем. Так, я специально сейчас врежу, чтобы проверить, не все засчиталось. Не засчиталось еще раз.
Есть. Засчиталось. Никто не должен врезаться. Все равно я не планирую ставить новый рекорд. Да, и можно построить. О! Как раз я сейчас дострою, и будет новая локация открыта. И это будет локация Джинджера. Так. Все равно я кристаллика уже накопила, у меня есть. И новая локация. Ну, мы эту локацию уже будем пробовать и испытывать нового персонажа уже в следующей серии. Так, вот он, кстати, Джинджер. Мы его уже будем в следующей серии испытывать. Ну а на этом мне пора заканчивать. Понравилась эта серия, ставь лайк. Подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока и до новых встреч.